В отличие от тех, кто с нетерпением ждет прихода зимы, жители Новой Трехгорки этого времени года боятся больше всего. Снегоуборочная техника не успевает доехать вовремя из-за постоянных пробок на въезде в микрорайон. Из-за этого возникает множество проблем. Машины экстренных служб не могут подъехать к месту вызова без затруднений. Жителям тяжело найти место для парковки из-за нечищенных дворов. С этой зимы все изменится. Эта команда собралась на время больших снегопадов. Когда идет снег большой, то у вас будет столько человек и столько техники. Видите, трактор, бобкеты. Можно сказать, что встреча старших по домам с сотрудниками Одинцовского городского хозяйства прошла успешно. Теперь за каждый проблемный участок в микрорайоне будет отвечать сотрудник этого бюджетного учреждения и старший по дому. При этом взаимодействовать они будут напрямую, чтобы повысить эффективность работы. Администрация городского поселения Одинцово выделила 7 единиц спецтехники, которая будет постоянно базироваться в Новой Трехгорке. Но город должен жить, он должен функционировать нормально, как швейцарские часы, как механизм отлаженный. Поэтому очень рада, что такая встреча состоялась, что выделил город нам ответственных людей, хотя, в принципе, мы знаем, что МБО Одинцовское городское хозяйство, оно как в прошлом году откликалось. Просто в этом году принята попытка, на мой взгляд, структурировать всю вот эту вот весь этот сложный процесс зимней уборки. Жители надеются, что благодаря предпринятым мерам поступлению в микрорайон новой уборочной техники они смогут забыть о проблемах прошлых лет и спокойно наслаждаться зимой. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».